Всем привет, привет еще раз. Все-таки уговорила я Николая снять обзор Walmart'а. Вот такого добра мы накупили. Вот, у нас аж два чека, один, второй. Вот, потому что мы, я же говорю, сначала один раз, а потом вспомнили, что то не купили, это не докупили, поэтому вернулись. Так, и давайте по-быренькому, по-шуренькому я вам расскажу, что же мы такое интересненькое купили. Субстрат универсальный. Девочки и мальчики, это земля. Это земля для посадки цветов. Я вам покажу ее в обычном влоге. Это что, обычный пакет, 10-литровый, да? Да. Пакет с землей универсальной. Я хочу там посадить мне и цветочки, и петунечки, и еще там кое-куда подзасыпать. В общем, мы взяли целых сколько? 3 пакета, да? Да. 3 пакета, и пакетик один у нас по 18 гривен 87 копеек. Вот. Следом у нас... Корм для... Ой, это Walmart-овские чеки, мне так не нравятся, они так перепутанно пишут. Корм для котов. Вот такой вот мяу, да? Не знаю, читаю. Да, мяу, мяу. Получается у нас 63,83, да? Да, так же было, да? Да? 63,83. Здесь 900 грамм. Смешиваем с АТБшным кормом и едят за 2 щеки. Да, просто коты вообще мяу любят. Да, АТБшный не очень не ходит. Кстати, мяу это типа польское, да, вроде бы говорят, что рассыпают где-то там его. Не знаю. Ну, кто-то мне говорил, то ли не польское. Ну, в общем, знаю точно, что коты его точно едят, и точно это не украинский этот производитель. Корм для цуценят. Вот, у нас еще цуцененок, понимаете, у нас же еще не взрослая собака. 20 килограмм цуценя. Да, у нас 20 килограмм бонита, бонита наша. Значит, кто не знает, у нас собачка-боксерчик, еще ребенок, можно так сказать. И еще для ребенка мы купили 42,60, то есть еще нельзя для взрослых собак покупать корм. Мы покупаем редко, как подкормку, просто как подкормку. Так, значит, следом у нас сыр плавленый «Дружба». Ищи. 2 штуки по 11,50 на 23 гривны ровно. Это хит-продукт. Кто помнит, мы раньше брали вершковый, говорили, ой, такой вкусный, типа, и вот этот хит-продукт «Дружба» очень вкусный. Вот мы его и взяли. Следом сыр плавленый вершковый. Вот. Тоже он получается по 11,04. 4 штучки мы взяли на 44,16. Следом у нас цукерки. Угу. Цукерки. Сейчас я буду говорить, какие. Джоли Микс. Можно цукерки вот так пройтись вообще. А, ну давай. Вот. Ну без просто Джоли Микса. Новый, тут, может, перепутано. Нет, тут все классно сделано. Так. На 9,72. Есть. По 89,99 это у нас за Джолита. Джолита Микс. Да. Вот. Не знаю, какие они еще, я это первый раз такие взяла. Увидела и прям не смогла пройти мимо. Так, это сейчас. Потом следом у нас сыр плавленый «Дружба» опять. Ну, Кома уже. А, Кома, точно, Кома. По 10,99 гривен на 21,98 гривен. Мы его тоже взяли 2, да, что ли? Да, да. Тоже 2 взяли. Сыр плавленый голландский, тоже Кома. По 10,99. Это тоже скидки. 4 штучки, и у нас получилось 43,96. Спрей від комарів. Господи. Це, да, наверное? Да. Другие мы не брали. А вроде ж мы 2 взяли, нет? Не, я тут оставил. А, оставил, да? 22,99. Попробуем, что к чему, потому что комары заедают. Это такая зараза, да? А, тут же ж было для мошек, Коля. Я же хотела тот взять. Это только для комаров. Да ну, блин, здрасте, только для комаров. Комары и мошки, они все аж одинаковые. Не знаю, эта мошкара так кусается, и после нее получаются такие кровоподтечки, да? Небольшие. Это ж кошмар какой-то. Ужас. В общем, 22 гривны 99 копеек, потому что нужно же с ними бороться. Молочко. Вот такое молочко мы взяли. Мы для кофе с Николаем берем. Значит, стоит 20 гривен 89 копеек. 2,5% жирности. Хорошее молочко. Следом, печиво, вот такое вот, вот. С сгущенкой. Да, со сгущенкой Коля любит, у нас 89 гривен за килограмм, здесь на 19,76, сколько их там, раз, два, три, четыре, пять штучек, да, пять штучек. Так, следом у нас жувальни май конфетки, мау, ассорти, маба, маба.
Та-та, мамба. Дороговато. 288 гривен 44 копеек за килограмм. Здесь на 41,54. Но я эту мамбу очень сильно люблю. Она, кто-то может знает. Залипуха. Продается в таких длинных квадратных этих пакетиках. И там они такими кубичками есть. Да, в АТБ их через много очень сильно продается. Их там 10 штук в этой, это тоже они дорого стоят. А это просто как конфетки распакованы. Мне так, я увидела, мне прям слюнки потекли. Люблю я такие жевательные конфетки, страшное дело. Короче, 41,54. И тофикс. Вот такие вот тофикс, тоже классные. Это тоже жевательные конфетки, тоже такие залипушные, можно сказать. Они недорогие, ну, сравнительно недорогие. 124 гривен 91 копейку на 14,99. Да, на 14,99 вышло пакетик. Ну, считайте, 14,99, а здесь 41. Да. Капец, одинаковое количество, а разница... Ну, ну уж порадоваться любимую, что сделать надо. Ковш, ковшик. Вот такой вот наконец-то взяла этот ковшик себе, потому что я кружку ту, что у меня дома, для консервации была хорошая кружка, я ее изгваздала уже в земле, во всем подряд, потому что я же цветы поливаю постоянно. Ну и на улице там то развести, там то отраву, то еще что, еще что. Для уличных, короче, всяких надобностей взяла вот такую кружечку. Она стоит недорого, 13, да, это что она? Да, 13 гривен 28 копеек всего лишь. Хотя я думала, кстати, что она 16 стоит. 13,28. Пакет большой вэлмартовский. 2,61, кстати. Что-то она его пробила. Удивительно. Так, подешевели. Мыло господальские. Беру вот такое вот в редком состоянии. Ну, понятно, да? Что? Редкое. Это редкое, это не да? Это не по-русски? В жидком. Точно. По-украински написано редкое. Видите? Да. Мыло господарское редкое. Очень редкое мыло, короче. Очень редкое мыло. Вы такого нигде не найдете. Значит, короче, жидкое. Жидкое мыло беру для чего? Мы, бывает, полы моем, ну, собаки ж туда-сюда лазят со своими ногами, лапами по дому. И в коридоре мы моем с мылом полы. И сейчас, в последнее время, я еще начала обрыскивать отли розы. Дело в том, что первый раз попробовала с мылом. И на следующий день, ну, у нас дождь пошел вечером. И, получается, на следующий день посмотрела, она еще сидит. Потом я еще раз думаю, мне надо все-таки попробовать. Пропадает ли? Пропадает. Ну, просто если дождь пошел, то опять же надо брызгать. В любом случае. Поэтому мне этот вариант подошел. И все, вот мы взяли. Пускай стоит, взяли. Пускай будет. Да. И оно недорого стоит. 17 гривен 37 копеек. То есть упаковочка. Это лучше, потому что обычное хозяйственное мыло, пока его натрешь, потом его пока расколбасишь, размешаешь. Это очень, ну, долгий процесс. Десерт. Ой, это мое. Это уж мое. Вот такая вот красота. Перфе. Мне очень оно понравилось, когда-то мы его брали. Классная штука. 16,90. Вот такое вот оно. Очень-очень вкусное. И муха пролетела. Уж простите за этих мух. У нас частный дом. Что тут поделаешь? Надо брать ляпалку и гоняться за ними. Так. И у меня уже все. Прям так хочу кушать, страшное дело. Напиток кисломолочный, напиток айран, короче. Айран с укропчиком, я его люблю, обожаю. Правда, он в последнее время... Я же хотела показать, что тут укропчик есть. Вон он, видите? Люблю, обожаю, в последнее время он немножечко испортился. Но, что самое интересное, мне кажется, от партии зависит. Один раз мы брали какое-то такое, он не очень вкусный. Второй раз взяли, опять вроде вкусный. То есть, мне кажется, они наши начали уже... подхимичивать, где-то что-то разводить. Так, и значит, он стоит, к удивлению, я так возмущалась, что он подорожал, что 21 гривна с чем-то он был. Прям возмущалась, страшное дело. Сегодня заходим, и не красный ценник, ничего, типа нормальная цена, 17,65, так как и раньше было. Я очень обрадовалась, поэтому я его взяла. Коля почему-то не захотел, сказал, ой, он испортился, не хочу. Так, 17,65, сказала, да? О, и крышки! Крышки! Наконец-то я себе набрала крышки. У меня закончились вот эти крышечки с закруткой. Под банки, под винтовые банки. Во! Какая я молодец! Значит, с ягодками, вот такие вот с ягодками, стоят 24,91. А просто обычные крышки стоят 24,99. Даже дороже, чем вот такие с ягодками.
Угу. Это же полинка. Да, но дело в том, что... Так, по-моему, и то. Не, тут ягоды, а це полинка. Дело в том, что вот такие крышки советуются брать, вот, допустим, если тушенку делать, советуются брать не белые крашеные крышки, не вот такие вот, допустим, покрашенные, а именно вот такие оранжевенькие. Они не ржавеют. Так как обычная вот эта крышка. Потому что если даже в автоклаве делать, в автоклаве она долго там кипит, потом долго стоит, остывает, и вытаскиваешь, и бывает крышка уже немножко где-то ржавая. А эти не ржавеют. Ну, мало ли, вдруг нам захочется что-то такое приготовить. И вы понимаете, эти 24,91, эти 24,99. Да, ты говорила. Все. На 8 копеек дороже. И у нас один чек получился на 574 гривны 97 копеек. Так, следующий чек. Вот, следующий есть чек. И пошли. Сыр плавленный, вершковый, ферма. Снимай, где ты там? Снимаю. Просто вершковый, ферма, стоит 12,59. Какой просто вершковый, ферма? Ну, тут должен быть вершковый, вот. Ох, что, блин. 12,59 стоит. Значит, сыр плавленный с лесными грибами. Тоже 12,59, две штуки на 25,18. Ну, это Света просто набирала, я не это сама. А, ну и это, да. Все и в одну цену. Шинкой, да. Тоже 12,59. Получается, все. И с грибами такими, с такими, короче, все. Вот, вот такая разная. Да. И с зеленью тоже. Ну, в общем, 12,59 за штучку. Да, вот эти вкусные. Да, эти вкусные, все вкусные. Так, грудка курчатый вагала. Грудка курочки. Это та, что на косточке. Получается, на косточке две грудочки и со шкурой, правда. Да. 84,99 на 67,57. Почему так взяли? Потому что сама вот эта филеечка по 105 гривен была. Ну, мы так подумали, что 105 гривен как-то дороговато, а здесь можно это шкуру и кости пустить. Надо даже на какой-то бульончик. Почему бы нет? Правда, правда. Вот. Следом у нас Еман Талер. Что за сыр, блин? А, вот этот сыр. Читай, читай сам, как он называется. Ну, позорюсь. Ну, Ямонталер или Ямонталер, хрен не знает. Значит, 159 гривен 99 копеек. Он сегодня был по скидке за килограмм. Этот кусочек на 47,68. Нормальный такой кусок. Да. Ну, это, кстати, хорошая скидка, потому что сейчас дешевле 200, почти нигде сыра не найдешь. Ну, 190 еще, это там тоже по скидкам. А сейчас сыр дорогой, это ж не сырный продукт. Сырный продукт можно дешевле найти, по 150. На этот сейчас ты уже не найдешь дешевле. Так, ароматизатор. Дыня. Вот такая вот штука в машину. Мы ее часто берем к себе в машину. Нам запах очень нравится. И он стоит 34 гривны 42 копеечки. Да. Вот. Следом. Печенка куриная. Там, по-моему, все написано, да? Где-то да. Там будет не видно, да? Тут плохо написано. Печенка куриная, читаю. 65 гривен 99 копеек за килограмм. Здесь 544 грамма на 35,90. 35,90. Следом зефирчик. О, зефирчик, это вкусняшечка. Света сейчас на похудение, да, я такое все время, мы, да, берем, мне еще в холодильнике пару штучек лежу. Вот, зефирки, вот такой вот стоит пакетик, 48 гривен 30 копеек. Вот. Следом перец черный целый, 3,29, вот такой вот. Перец черный молотый, 6,24, нашел, да? Да. Перец душистый горошком, 5,97. Это я взяла, девочки и мальчики, на консервацию, на будущую консервацию, потому что она грядет, она уже скоро, крышечки есть. И вот эти перцы надо все обдавить, потому что, ну что, черный, душистый, он везде практически во всю консервацию идет. Поэтому так. И ароматизатор еще один в машину купили. Бутылочка такая красивенькая. Но это уже Коля вам во влоге покажет, какая она красивая, потому что она уже в машине висит и пахнет, как говорится. Вот. 39 гривен 99 копеек. Тоже там какой-то жвачкой пахнет или что-то такое. Да, тот же запах. А, да? нет, там бабл. Тут дынька, а там какой-то жвачка. Жвачка, то есть бабл гум какой-то там. Да. Так, пакет опять же взяли, Walmart'овский, 2,61. А, хек.
хеп, Света взяла в это. Ой, моя ложка, кто засунул мою ложечку для десерта? Я аж по не выпала. А, теперь она запакована. Рибой будет вонять. Значит, хек, вот такой вот патраный называется. Это типа разобранный, разобранный хек, без головы и всяких там внутренностей. Сегодня он был по скидке 67 гривен 09 копеек. Угу. Вот, здесь кило 182 грамма на 79,30. Хек мы любим, уважаем, обожаем его пожарить. Вообще вот такая песня. Вот. Прикольно. Что? Хек мы любим, обожаем, уважаем, обжариваем и съедаем. А, и съедаем. Коля, прям стихоплю. Не, слушай, не эта муха, она просто достала. Стих, это просто все заканчивается одинаково. Картридж. Картридж есть такой. Фильтр, блин, точно. Не считаю, не могу понять, что же это такое. Экософт. Два штуки. Почем? Да, две штучки, 125 гривен, 99 копеек, тоже по скидке. Вообще, грибут, блин, бабло, не пойми за что. Так, это по скидке. Нифига себе, по скидке. Блин. Да, а ничего, ну, что цена мы... цена красная, 20 гривен за штуку. Ну, а мы брали по 162 штуки, между прочим. Вот, так что это капец. Хорошая скидка, вообще-то. И там, все кстати, подорожало как. Да, все подорожало. И, кстати, там стояли еще одни фильтры, чуть-чуть для других чайников, потому что, ну... Есть же разные чайники. И они были по 130 с чем-то. Вот. Ну, другая форма чайника. У нас просто вот такие подходят. Вот. Угу. Есть немножко шире они, типа, для широких таких дырдочек. Это в... Да, тут тоже переходники сказали, есть, да, для широких. Это в наш чайник, да, воду. Наливаем воду, она стекает воду. И пьем. Мы воду наливаем, она стекает и мы пьем. Все, воду мы наливаем. Понятно. У нас просто уже час ночи, если что, поэтому мы очень устали. Так, лаврушку, так я не назвала, сколько? 3,22. 3 гривны 22 копеечки. Лаваш. Лаваш Света не нашла обычный, взяла вот такой для этого, така. Ну, понятно, да, такие кругленькие лавашинки. Вот. 8 штучек. Да, 8 штучек, 10 гривен 81 копейка. Вот. И корм для кошек. Корм есть, да, по 54,99 гривен за килограмм. Это на развесной. Взяли на 20 гривен, 13 копеек, попробовать, будут ли есть наши коты. Да, решили этот корм. Попробовать, потому что это же какая-то фирма вроде неплохая, да? Угу. Что-то корм для кишек с куркою то овощами. Ну, что мы смотрели, какой-то там вискас, чи что-то, я не знаю, какой, но, в общем, вроде неплохой. Так посмотрели, вроде по цене неплохой. Ну, в общем, вот такие у нас покупочки еще на 606 гривен. Здесь 606, а здесь, я ну там... 574. Ну, короче, 606 и 574. Короче, штучка с лишним ушла. У нас, и опять же таки, что купили? Вот эта штучка с лишним. Не, ну там еще три мешка этих. Ой, тоже по 18 земли, но оно самое-самое дешевое, что только может быть. В общем, вот так вот. Пошли мы с Николаем пить чай с вот этими вкусностями на ночь, полезными. Естественно. Вот. Больше ничего не хочу кушать, чисто так перекусить и спадки быстренько. Вот. Кому понравился наш обжор? Кому понравился наш обжор? Ставим палец вверх. Понимаете, что мозг думает, то и говорит. Кому понравился наш обзор? Ставьте пальцы вверх. Не забывайте подписаться, если вы еще не подписаны. И нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Во, чтобы не пропустить наше видео. Целуем, любим. Пока-пока. Всем пока.